Всем привет, ребята! С вами опять ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем домик и узнаем очень много интересных фактов о домах. А вы знали, что пятиэтажное здание пагоды в городе Харьюджи, что в Японии, является самым старым деревянным зданием на Земле? Она была построена из древесины деревьев, срубленных в 600 году нашей эры. На сегодняшний день на деньги от продажи одной среднестатистической квартиры в Пекине можно купить 4-5 средних квартир в Москве. А вот во Франции есть замки, которые стоят дешевле, чем квартира с двумя спальнями в Австралии. Ну а жители Стокгольма встают в очередь на аренду жилья с 18 лет, так как ждать освободившуюся жилплощадь необходимо в среднем 7-10 лет. Также во многих развитых странах отсутствует отопление в домах. Таким образом, в холодное время года температура помещений 15-16 градусов по Цельсию считается нормальной. Интересный факт. В 1997 году компания Pepsi провела конкурс, в котором разыгрывался дом, копия жилища семейства Симпсонов из одноименного мультсериала стоимостью 75 тысяч долларов. Победитель выбрал наличные деньги, а дом реставрировали и вернули ему стандартный вид. А вы знали, что самая большая пирамида на Земле находится не в Египте, а в Мексике, и она скрыта под горой, на вершине которой расположена церковь? А вот, например, в Японии метро проходит прямо сквозь многоэтажный жилой дом. По документам эта ветка арендует площади на соответствующих этажах. А вы знали, что проектировщик Эйфелевой башни построил для себя квартиру на самой ее вершине? А вот в Китае могут собирать небоскребы всего за несколько недель, используя заранее изготовленные блоки. С вами был ваш умный фломастер. Сегодня мы научились рисовать домик и узнали о нем очень много фактов. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. До встречи!